Здравствуй, мой дорогой зритель. В этом видео я покажу, как сделать дементора из вселенной Гарри Поттера. Как декорацию на Хэллоуин. Поехали! Для этого нам понадобится голова манекена, малярный скотч, пластилин, обычная марля, обойный клей, самый дешевый, моток джутовой нити, колер черный, канцелярский нож, ножик и ножницы. Я изготовил вот такую вот форму. С помощью пластилина и малярного скотча. Теперь беру обычную воду, нарезанную газету и начинаю снимать форму лица в технике папье-маше. Сам процесс я ускорил, думаю, он всем понятен. Также я использую обойный клей. Развожу его очень густо, практически как холодец, чтобы он был пластичен, так как форма очень тяжелая. Первый слой – обычная вода, чтобы потом легче было снять. Все последующие слои с помощью обойного клея. Финишный слой я сделал белой бумагой, чтобы проще было покрасить. Когда все слои будут закончены, оставляем сохнуть. После полного высыхания нужно форму снять. Я сделал разрез сзади, мне так проще. Форма снялась довольно-таки легко, из-за того, что первый слой был на воде. Смотрите, как будто снял лицо. Доделываем нашу голову до конца, чтобы она была цельная. Нам так будет проще работать в дальнейшем. Вот наша голова и готова. Теперь приступим к изготовлению каркаса, то есть самого туловища. Будем использовать обычную алюминиевую проволоку, малярный скотч, газету. Это будет наше центральное основание. Теперь сделаем плечи. Соединим их между собой
сделаем заготовки под руки. Дальше, чтобы было проще работать, прикрепим к основанию. Все из той же алюминиевой проволоки делаем основание для кисти руки. Надеюсь, на видео показано достаточно подробно. Если останутся вопросы, пишите в комментариях. Такие вот руки получились. А теперь берем черную краску и красим. Такое вот основание получилось. Теперь его подвесим. Мантию нашего дементора сделаем из обычной марли. Краску разведем пожиже и добавим туда клей ПВА, чтобы после высыхания марли стала жесткая, чтобы придать ей форму. Количество слоев не ограничено. Все зависит от вашей фантазии. Насколько жутким вы хотите его сделать. Такой дементор у нас получился. Если понравилось, ставь лайк и подпишись на канал. А главное, поделись с друзьями. Всем счастливого Хэллоуина. До новых встреч, друзья. Пока.